Ну, наверное... О, кстати, в моем случае не стареть. Вот. Ну и обратно не молодеть тоже не вариант. Наверное, быть невидимкой. Вот, когда хочется одному побыть, идеально, мне кажется. И телепортация. Порядок наводить. Люблю порядок. До сих пор не знаю, кем хочу стать, когда вырасту. Честно, не знаю. Вообще не знаю. Я и футболистка-то, ну, как бы я любила футбол, но я же не знала, что я женская команда. Я думала... И нет, я не думала, что-то все там, куда поступать будут, куда родители говорят. А у меня что-то... Я так слушаю, и меня мозг, видимо, блокировал все эти мысли, и я вообще не... Поэтому до сих пор не знаю. Ну, сюрприз был, но для меня он был необычным. Хотя он, на самом деле он, наверное, такой часто. Ну, то есть там шарики, цветы и, ну, произвел впечатление на 14 февраля. Вот. Ну, хотя можно сказать, что он там не то чтобы обычный, ну, как бы там не необычный. Вот, но произвел впечатление. Я жду, когда со мной кто-нибудь фоткаться. Да нет, на самом деле нет такого. Я не знаю, почему-то с детства. Но даже вот на жестоких играх, когда была, и не было такого там, что вот там эти те. Ну, то есть, или там кого бы хотела увидеть, чтобы был. Ну, то есть, ну как-то, ну не знаю, спокойно. Необычное место. Засыпала на маникюре, уснула. После тренировки пошла на маникюр и сидела, понимала, что я очень хочу спать, но я понимаю, что если сейчас не сделаю, то, ну, по времени, то есть никак не получалось. И я сидела, и я поняла, что я уснула и дергалась. Ой, ну, прям любимого нет, наверное, но многие, особенно отечественные мультики, наверное, все персонажи прям очень нравятся, и там какие-то фразы до сих пор там с мультиков такого, как Простоквашино, там, ну, как бы в голове такие мелькают, когда какая-то такая ситуация, что-то похожее, и так выскакивает у меня иногда. Ну, то есть все отечественные мультики прям. Нет, то есть я не трачу, как бы, ну, стараюсь там, в принципе, у меня с этим нет проблем, там, я не шопоголик, но вот когда обычно зачем-то нацеленно иду, я покупаю совершенно что-то другое. Но чаще всего так бывает. Ну, например, я иду, что-то мне нужно из одежды купить, вот, а там по пути там какая-нибудь, это, Икея домашний. И я захожу, и мне так понравился плед, и я купила, и довольна, поехала домой. Думаю, блин, такое, так здорово, вот всегда такое хотела, даже не знала об этом. Ну, у меня с совестью, наверное, такая проблемка есть. Ну, то есть мне там бывает стыдно за кого-то, мне бывает стыдно. Ну, как стыдно? Ну, это такое чувство, что неудобно, неловко. Ну, как-то я там фильм смотрю, думаю, господи, зачем ты это делаешь? Зачем ты это говоришь? То есть... А именно за себя, за какой-то там момент, что вот стыд. То есть если убрать футбол, ну, даже, наверное, ну, не вспомню, стараюсь, чтобы, ну, так, чтобы не испытывать это чувство за себя. Ну, как-то уже, наверное, может быть, там, где-то в детстве, в молодости. Молодые, горячие. Ну, не знаю, я считаю, что вот, ну, то есть, чего-то там, какого-то большого я не выигрывала. Ну, я имею в виду, там, в каких-то играх, ну, грубо говоря, азартных или каких-то таких, вот. А когда была на жестоких играх, я считаю, что... Ну, наверное, потому что это не, там, не индивидуальная моя победа, а мне попался, ну, так, на первый там, взгляд, певец. Ну, то есть там, где спортсмены, там, ну, заслуженные мастера действующие, вот. И я считаю, что вот там как раз сложились звезды, что вот так все получилось. Так, там, понятное дело, и мы старались там рассчитать все, там, кому лучше что делать. Но считаю, что сложили звезды, что все-таки мы выиграли.
я вот, у меня такая мысль появилась, я хочу научиться играть на пианино, ну вот на таком музыкальном инструменте, не знаю почему-то, но я думаю, что со временем я ее, наверное, все-таки, слово из головы вылетело, воплощу. Это, ну, как бы мечта, большое желание. Это даже не мечта. Ну, любимые песни. Нет, есть у Шуфутинского, называется «Еврейский портной». Ну, мне она очень нравится. Я не могу сказать, что прям вот она прям идеальная, но, наверное, чем-то она мне вот прям очень нравится. Да. Камер. Ну, наверное, да. Люблю, боюсь. Ну, как-то, ну, не то, что боюсь, но... Ну, хотя выражение лица как будто боюсь, да. Ну, наверное, какой-нибудь там пума, ягуара. Ну, какую-нибудь большую кошку. У меня есть собака. Корсар. Вот. А кота? Не знаю. Кот был. Кота звали Рамс. Все детство у меня было только два костюма на елках. Это Баба-Яга или Цыганка. Поэтому я даже не знаю, кого бы я сыграла. Костюм Бабы-Яги тебе подарили, костюм Цыганка? Нет, мне мама из подручных собирала. И когда я приходила и говорила, что кем я буду на Новый год, и мама такая, что за вопрос? Ну, вон, есть костюм? Тем и будешь. Австралия. Вот я думаю, что мы там не были, и я думаю, что это интересно. Но я же не скажу это на камеру. Ну, какие-то нарушения были, понятное дело. Штрафы, неправильная парковка, сплошная, две сплошных. Ну, наверное, камеди все. Ну, камеди, ну, наверное, все, что в камеди, то есть там время от времени, там что-то смешнее, что-то нет, но в целом, да, они смешные. Сейчас, наверное, если не футбол, то мама. Семечки. Ну, мясо ем, потому что надо. Вот. Ну, например, если из мяса брать свинину, то вообще ее никак не... Сало, вот. Идеальный отпуск. Идеальный отпуск. Уехать на море. Потом... Ну, там где-то недельки мне было бы достаточно. Вот. Ну, тоже там он, чтобы был активный. Ну, там с какими-то играми такое все. Ну, такой не лежачий прям совсем постоянно. И потом вернуться домой, к маме обязательно, провести время с мамой. Там тоже съездить там, на какие-нибудь источники, как мы обычно делаем. Ну, и все это время, как обычно, тренироваться, чтобы потом выйти из отпуска в хорошем состоянии. Ну, то есть мне много не надо.